У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Есть такие места и у Анатолия на Сене. Это деревня Любань, как привычно называют ее земляки. Здесь он родился, делал первые шаги, здесь переступил порог школы, откуда уверенно отправился во взрослую жизнь. Светлая страничка студенчества в Горецкой сельхозакадемии стала только памятным эпизодом на пути в профессии. Не изменяя своим принципам, Анатолий Васильевич, дипломированным экономистом, вернулся на малую родину. Меня мой край, моя малая родина, любовь к которому воспитывали родители и школьные учителя, притягивает с непреодолимой силой. И сейчас мне хочется, чтобы мой край процветал и не терялся на фоне других районов, подобных мне Нечи. Начав простым экономистом, более 10 лет возглавляет он в открытом акционерном обществе «Спецжелезобетон» экономическую службу. Сегодня сухие цифры о многом говорят даже не совсем сведущему в тонкостях производства железобетонных конструкций людям. Что уж говорить о специалисте, который владеет ими с умением мастера. Анатолий Васильевич – частый гость в цехах, на деле доказывая, что управлять цифрами только за столом просто невозможно. К тому же он постоянно совершенствует навыки в профессии, постигая глубины экономической аналитики. Невзирая на то, что местом жительства остается районный центр, а работы город Микошевичи, нашему герою одинаково близки и сельский труд, и городские хлопоты. Дружная семья на Сене, где подрастают две красавицы-дочки, является постоянным приверженцем здорового образа жизни, а сам ее глава до сих пор не расстается с футболом, нередко в острой спортивной борьбе, защищая интересы родного предприятия и агрогородка Любань. Свободное время, которого, к сожалению, очень мало, люблю с семьей побродить по лесу в поисках грибов или посидеть с удочками на берегу речки. А еще папа никогда не отказывает себе в удовольствии погонять с друзьями в футбол. Свидетельством особого доверия земляков стал тот факт, что Анатолий Насеня выдвинут кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Здесь мои корни, здесь живут мои родители, моя семья и, надеюсь, будут жить мои внуки.